Как раз Олег что-то там, я слышал, не любит у нас на хрени кататься всякой, вот поедет на ранчо. Нельзя тебе руль старше. Блять, Эрик еще. А, ну да, вот вам ранчер как раз. Сейчас мне надо патрульку назад поставить, ранчер вперед. О, прилетел кто-то. От руки пи... Нет, не от руки. Я уже думал. От руки не от руки. Какой-то тупой стажер, я сказал, полный 1, 2, боекомплект. 3, 4, 5, 6. Так он взял, это полный 9, боекомплект. 10, нет, стажер. Я имел в виду, он говорит, 15, 16, а оружие, 15, типа, блин, 1, я 2, говорю, 3, 4, должны взять 5, полный 6, боекомплект. 6, он спрашивает. Раз, два, шесть. Да, я понял. Она проехала. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 мест. И нас тут 15. Кто-то на мотике поедет, повезло кому-то. Я. Окей. Скажи им об то, что у них вот такое должен быть всегда, когда сейчас я мотик куда-нибудь поставлю. Да. Ну не надо, не направляй, что ж подрезать начни. Во! О, пришел. Подожди. Раз, два, я, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, 14, 15, 16, по-моему. Хм. Походу еще один мотик, подожди. Вот, еще три. Пиздец нас. Ебать. Блять. Поехали так в гетто нахуй, залетим просто, блядь. То сколько нас? 17, блядь, еще кто-то есть, пода. Раз, два, три, четыре. Кто не стреляет? Было бы сейчас бы облаву бы сделал, они так охуели бы. 11, 12, 13, 14, 15. 15 здесь, еще два где-то. Где они, блядь, носятся? Павел, блядь, вообще в этой, не в форме, а уже в форме. Я его увольню. Не, все, не надо, он фон. А, наделай? Здесь все или кто-то? 17, два человека, Павел сейчас еще придет. БТР взяли? Нет, нахуй надо. БТР когда митинг? Старший за руль скажи, блять, вот сука садится, еблан, блять. А чё, куда едем? Да. На это... SF FM, типа штурм здания тренировки. Давай я колонну, наверное, поведу, нет? Кто там раньше уже сел? Пацаны! Можно я сбоку? Садись к нам. Я вот нашел. Стой, блять, подожди, не отъезжайте, не. Строй как был, так встаньте назад. Подождите, лимит ставьте. Блять! Офицер Павел, ты ч. Фиг стоит, блять, в ВФК. Это пиздец. Это пиздец. Стой, стой, стой. Не отъезжаем, блядь. Чё, нападаем? Чё, нападаем? Стоять, отсюда. А вы сообщили, что старше надо взять объект и оградить? Да, я это уже говорил вкратце. Я вкрапчу всё. Это и есть тренировка. Погнали помощь собеседования, кино-человек.
Тут вряд ли 17. Блять, вот стажер опять стоит там, чё он стоит, блять? Все, просрался свое будущее. Да чё не открывать? Да ему смысл-то ехать. Блин, зачем вы, ой, господи, этот Хитоши, пропусти ранчер, пожалуйста. Сейчас чтоб колонна была нормальная просто. Сейчас пропущу. Может, сирена уфнет? Нет, наоборот, всегда на террасу. Нет, сирена. Теперь вперед ты, Хитоши, все отлично. Все, классно, молодцы. Офигенно. Теперь только не надо, знаете, как в этом, блять, в такси, Бизанс. Вот так вот, да, блять. Первая машина тормознула, все за ней тупо. Тони, езжай, только лимит, понятно. Блядь! Поехала такси. Вы, сука, вы знаете, что такое? Найс. Так, отправляем территорию. Запрыгивай быстро. А чё, машинами, машинами отцеплять. Нет, этим отцеплять. Отцепляем ещё. Машинами тоже можно. Машинами перекрывайте углы. Так можно все, но мы машинами закроем, но все равно надо придется объект. Смотрите, сейчас я микрофон скажу. Скажи, что, чтоб строй сделали. Не, стоп, смотри. Сейчас мы отцепим, потом строй и уже это. Возле входа будем строиться. Пока отцепляем даже. Отцеплять вот так надо. А, ну да, все нормально. Сюда подгоните машины. Сколько-нибудь хватит. Так, еще там надо отцепить чуть-чуть. Не торопитесь, никуда вы не это не убьете. Че вы все тут все машины поставили, еще там поставьте на другом. Мы че будем одну, что ли, эту территорию отцеплять? Олег, возьми машину. Еще на другой поставим. Тони, отойди. Я здесь поставлю. Так, я пока что строй сделаю. Строй будем делать заход крючок. Возле этого двери нам уже. А то есть слева и справа один. Да. И тут крючок. Лучше, да. Кто на мотоцикле? Типа, это... короче, один врывается потом в другой, с другой стороны. Вот так вот меняется, да? Да, это называется крючок. Угу. Не, ну типа, блин. Да, крючок. И то есть одни проходят слева, а другие справа здания, внутри интерьера. То есть одни идут направо, другие налево. Давайте, знаете, как я подумал, вот давайте по два человека на каждый вход, мало, ну, типа, так и должно быть. Да, а еще должны сторожить, чтобы, если что, не подъехали эти. Я тогда буду сейчас их это, ставить. Блять, этот спит, я не пойму. Разбудим его. Еще врывается один где-то тащер и расплескает всех нас. Либо один бомжик с рванкой. Два офицера туда и два я так. Ну нормально все вот. Трое, вот там стажеры стоят сюда. По два человека на вход, и вот у нас остается нормальное количество. Евгений. Александр, давай за мной. И еще одного мне офицера нужно, любого, чтобы они тут стояли.
Да, буду. Блин, где еще офицер? Я офицера потерял. Я офицера потерял. Где? Евгений, пошли со мной. Эти двое тут постоят. Евгений, пошли со мной. Вот туда, к офицеру. Да, 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 я его вижу. Вот как трудно им говорить в чат, если тут это такая есть. Офицер, Евгений, сюда. Можно ко мне кого-нибудь? Сюда вот встань и вот с ним распределитесь, стойте тут. Итак, два там, все у нас закрыто, можем это приступать. Крючок. Че, охуел? Что случилось? Нихуя себе, он охуел. А, блядь, у нас может выявить подозрение, что он какой-то шпион. Он не подумал? Стоять. Мы тут какой-то пацан. Вы там стойте, и если что, палите. Если он заезжает. Если не заезжает, то не... Можешь палить? Нет, если не заехал, то не надо. Если оскорбил предупреждение, если второй раз, то... А, типа нам надо показать? Давай покажем около дверей. Подожди, стой. Вот так. Пацаны! Тут один заехал. Вдоль стенки. Неплохая это РПшка для отчета. Мне фоткать, да? Фили. Да, фоткать. Телефон и ноги. Да, да, да. А сколько за это было? Вроде 666. Мне этот человек не нравится. Какой? Так. Нигер там... со щитом. А их два тут. Сейчас, давайте покажем. Давай сначала. На, давай по очереди вырываемся. Подожди, надо посмотреть еще. Во, ровно как. Во, бля, пацаны, подождите, стойте. Ща я скрин сделаю, нахуй, на камхаке, блядь. Давай. Что... Скинь беседу потом старшего состава. Будет сделано. Блядь, серф пристартнулся у меня, пиздец. А, сейчас про тайзер скажем. Тайзер нельзя... Сделай еще камхаком вид сверху, как этот блок-посты сделал, это перекрытие. А, блин, стоят. Мне надо выйти, я не смогу. Хитоши, ты, у тебя фрапс идет, нет? Я просто не смогу плюс нажать, потому что у меня отыгровка будет в автополисе. А у меня точно самое, типа. Блять, потом сделаем тогда. Да, потом. Давай, насчет... Блядь, какой-то черный джип подъехал. Давай, ты первый тогда заходишь, нет. Я второй, вот так вот. Ну, а вы сказали, что цепочка, вдруг они сейчас побегут, блядь? Да, мы сказали по очереди. Цепочкой скажи. Рашим, все заходим.
Вы... Потому что вы нормально все будет. Давайте все вместе заходим. А стой, мы типа крест-накрест? Да. Или как? Дым, дым, дым кидай, все, понял. Заходим. Я дым кидаю, подожди. Какой стрелять, блядь? По кому нахуй? Да, все, не стреляем. Только просто это проводим, как его. Осмотр. Блять, я вышел, сука, это стрелка ебать. Не по, не по альту. Вот блин, нормально он сделал, он меня понял. Проходим, защищаем, да, комнаты все. Главное, эти стеклянные. Я... По лестнице идем так же, все, вот, цепочкой друг за другом. Блять, я забываю, что у меня на кнопку разговаривать. Я сам сижу с собой разговариваю. Что так же по лестнице цепочкой идем. Надо все комнаты очищать, все полностью. Ни одного биомусора, чтобы не было. Один всегда должен стоять такой. Вот это, вот это бандит наш будет его нахуй. Там, блядь, сюда. Все, тачи ему. Все, отлично. Ну, вроде все зачистили. Давай это, типа, скажем. Вот так вот, да? Только я не знаю, почему я опять с большой вторую нацелил. Так, я еще подам объявление, я сюда не просто так приехал. Шучу. Сачки пропали. Куда так тачки пропали? У кого тачки не пропали, сядьте мне. Куда домой? А куда? В смысле, сейчас рабочего времени? Или 40 минут? Ну, блять, дом это СФПД, алё. Какой дом? А вдруг они тебя поймут не так? Ну, так, блять, кардосы, когда в этот, в департамент говорит, что, типа, сворачиваемся и домой, блять, они чё, думаешь, домой едут, блять? Ну, а кто знает. Ты там кинул хуйню, блин, Брайан. Хитоши, стой! Хитоши, б... Поехали. Бля, мы негры. Ты стой, объект с собой не убрали. Да, объект, давай.